На месте гибели экипажа Ил-76 МЧС России в Иркутской области установлен православный крест. На мемориальной табличке 10 имен летчиков и техников, которые находились на борту во время того ставшего последним полета. Доставили памятный символ по воздуху из Иркутска. Он был изготовлен из сибирской лиственницы, самого долговечного дерева. Крест осветил батюшкам. Рядом пожарные высадили молодые сосны. Трагедия в Иркутской тайге произошла 1 июля, когда экипаж не вышел на связь. Самолет тушил лесные пожары в Качугском районе, работал в сложнейших условиях, при сильном задымлении, на низкой высоте. И, по данным предварительного расследования, нулевая видимость стала роковым фактором, который привел к катастрофе.